И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. Все так же пытаюсь выжить в этом пустынном или полупустынном мире. Да, самое главное — это снять браслет с себя. Вот, собственно, что было за кадром. Ну, за кадром у меня появился кожевник 3-го левла. Ну, ты уже у меня был. Повар появился. Кстати, был повар именной. Но он задиспавнился. Да, такая проблема была. Так, ну, кузнец 1-го левла и так был. Еще один надсмотрщик. 2 танцора появилось. Почему бы нет? Второй, а здесь 1-го левла. Ну, как бы в целом разницы никакой нету. Самое главное, что они скверно есть и что снимают, а это главное. Вкачал характеристики в живучесть, так как немножечко подкачался. И давайте откроем путешествие. Заберем, точнее, награды. Я тут все посоздавал. Как говорится, почему бы и нет. Вот, и сейчас у меня глушить бойца, лучника с помощью дубин, то есть, ну, рабство. Рабство. Подумал, блин, а ведь я ж мог раньше это сделать, но смотрю, тут бойца или лучника нужно обязательно, поэтому, ну, как бы, значит, не мог. Так, стеклянная склянка, это потом надо будет водой заполнять, вот все, вот это вот я помню. Набор для выживания, ремнабор для доспехов, это вроде бы с собой нужно брать. Так, а ты у нас чё? Ремнабор для оружия. Оу, ну это все походное. Пока что мне это не нужно. Ну, в том плане, что далеко я не хожу. Использовать набор для выживания. Получаем всякую еду, подстилка, лечебная повязка. О, это лечебная повязка, это же крутая повязка. Вот, это лучше, чем то, что у меня есть. Так, вытяжка из алоэ. А, это не стак 20-ка всего лишь, ясно. Установил химический стул, как видите, тоже почему бы и нет. Сырометная подстилка, тоже, кстати, пригодится. Пригодится, я про них и забыл. Музыка, надеюсь, не громкая, потому что в ушах она у меня громкая почему-то. Хотя, вот смотрю, в целом-то она и не громкая. Так, ну а что, это все остальное оставляем? Да, все остальное остается у меня в инвентаре. Что на сегодня я вообще распланировал? Не знаю, как пойдет. Распланировал я сегодня вывести скакуна и вообще заняться животноводством. То есть, вот у меня скакун есть, и заняться животноводством. Но для начала все-таки давайте забабахаем себе бойца. Наверное, все-таки не бойца буду делать, а лучника. Лучники, они любого левела пригодятся, как минимум, потому что они, ну, типа стреляют, на стенах стоят, стреляют. Вообще, нужно бы заняться в ближайшее время постройкой, так что в какой-то из периодов обязательно займемся постройкой. Вот вас мне нужно еще... Так, сколько мне нужно еще? Еще двоих нужно найти, окей. Они мне пригодятся. Кстати, да, металлические скорняка и этого сделал. Мясника или как там он? В общем, металлические инструменты это делал. Что очень даже полезно. Так, здесь у нас копье, боец и боец. Бойцы мне не нужны 1-го левела. Если нужен будет боец, то только легендарный. Вот, поэтому, как бы, эти бойцы мне точно не нужны. Да, как они располосовываются пополам, это, конечно, еще не тот смех. Вообще, раньше, вот в этом районе где-то, если не ошибаюсь, где-то вот в этом районе, бог с ним, да, такая вот будет, был боец легендарный, может, в этом районе. И вот не помню, почему опять-таки же я вспомнил, я там сейчас бегал и вспомнил, что где-то вот здесь я тоже когда-то строил домик. И там буквально около домика этот боец тусил. То есть легендарного, ну легендарный как, легендарный, именной боец. Норм тема. Так, опять-таки же бойцы.
Оп. А теперь ты умрешь. Так. Бойцы первого лава, как я уже сказал, мне не нужны, поэтому раздерманиваем все на шкуру. Так. Боец. Слушай, наверное, лучше бы посмотреть на Вики, возможно. Ну ладно, давай посмотрим это. Что, когда, где? Кстати, здесь где-то пещера есть. Здесь где-то есть пещера вот с этими чуваками. И с кристаллом. Вот, что самое главное, то есть там кристаллы лутаются. Не помню, какие именно, но я точно знаю, что я туда тусил именно удар кристалла. Вроде бы где-то вот там. Или где-то здесь. Ну, в общем, где-то вот в этом районе, это факт. Тоже нужно будет сгонять. Ну, такое ощущение, что не здесь был. А вот там. А, ну, у меня как бы метка-то и на ту сторону и стоит. Выносливость скачал на 5, во-первых, потому что здоровечко увеличилось. Во-вторых, появился какой-никакой реген. Да, вот он отрегенился потихоньку-полегоньку, что тоже хорошо. Испытание выполнено. Создайте элемент доспеха. Эх, не могло раньше появиться, я тут как раз элемент доспеха. Так, получить бесплатно. Я получил бесплатно. Пара-пара-пам. Так, что у меня испытание-то горит? А, получить все награды. Халавысь. Так, и теперь... И теперь надо будет, по ходу дела, в этом посмотреть. Возможно, можно будет вместо обычного топора делать такой топор. Ну, надо будет смотреть, это я уже потом гляну. Давай сейчас вперед к светлому, как говорится, будущему. Да, точно, забыл, здесь проходит же всегда камешек падает. Прикольный такой эффект. Вроде бы он урон даже не наносит, но сам факт того, что типа проходишь, там, хоп, сверху камешек упал. Это прикольно. Это прикольно, как минимум, что это... Ну как, типа, окружение работает. Вот где-то вроде бы здесь был. Ну-ка. А, подожди, подожди. О, пошел такой умный, серьезный. Дубинку, если что надо будет. Так, это мы оставляем. Ну и веревку. Где-то вроде бы здесь должен тусить. Боец. Ну вот я же говорю. Улрик зверь. Оу, сам под удар развалился. Да уж, это точно будет долго. Самое что смешное, у него 50%, да? У меня дубина может быстрее закончиться. Ух ты ж, ёпрасты, я не думал, что эта комбинация еще так дальше работает. То есть, как бы тут проблема оказалась все-таки в дубине. Вообще, мне, конечно, надо прокачать еще больше дубину. Ну, в смысле, рабовладение, вот это вот все прокачать лучше, чтобы лучший инструмент. Ну, лучше оглушать будет и все в таком духе, но... Но на это нужен левел. Это самая основная проблема. Сейчас прям будет обидно, если у него пару процентов останется, и просто у меня ломается дубина. Вот так оно и будет, что самое смешное. Ну, возможно, не пару процентов, там, десятка процентов останется, но оно так и будет. Это самая главная проблема. Так-с. Бросить я... О, точнее, починить я тебя не могу. Сломанный предмет дубина. Нужна кожа и растительное волокно. Допустим, волокно-то у меня есть. А вот кожу-то где я возьму? И осталось у него
Ну да. И кстати, 75 хп. Помните на реке? Там тоже был вроде бы боец, тоже такой матерый, все дела. Но у него здоровечка-то было побольше. Если уж на то пошло. И раньше, кстати, вот эти вот все бойцы, вот такие именные, у них было полоска хп типа желтым, в желтом обрамлении, что означало, что они типа такие крутые, типа легендарные, назовем тогда все-таки. Факел. Появился еще один. Но это все фигня. Так. Ну что, давай все-таки до дома. До дома. Так, вот это мы убираем. Вот, погнали до дома и уже будем заниматься. Ну-ка, давай посмотрим. Так, она восстанавливает. Много ли? Ну, по идее, должна вот эту всю половину восстановить. Если нет, то как бы, извините, вот это вот, то, что у меня на пятом слоте, это то же самое. Ну, чуть-чуть получше, чем на пятом слоте. Строится, делается она из кожи, шкуры точнее, ну, то есть даже из кожи уже обработанной, так что такое себе. Причем смысла в ней немного. Ну ладно, займемся, короче, тем, чем я и хотел заниматься. А именно скотоводство. Решил залезть в это. И, ну, то есть, в задание. И здесь есть наездник. Наездник у меня закрытый. По ходу дела, пока я рабовладельца не сделаю, у меня не откроется. Вот это тупость. Вот это жопа, я бы даже так сказал. Задание. Нажмите. О. Ну, в общем, как бы это ни было, значит, пока что я это делать не буду, мне чтобы потом не выращивать еще одного. Ой, с этими заданиями. Вот как раньше было хорошо, легко, а? Без всяких заданий, без ничего. Ладно, тогда сегодня мы позанимаемся рабовладением. Ну и прокачкой всяких скиллов. Так, значит, мне что нужно? Мне нужно починить дубину. Ну-ка, дай-ка шкуру. Чиним, чиним мы дубину. Ремонт. И еще одну надо будет состряпать. Так, погоди. А, что, талант у меня все равно... У меня все равно очков талантов нету. Так что в этом плане вообще пофигу. А, где тут? Тож... Так, вот тебя сюда скинуть, тебя сюда скинуть. Мне это точно не нужно. Ладно, тогда пойдем по пещерам. И не только. Все-таки надо будет сейчас посмотреть, если здесь лучник заспавнился, то его притомим. Притомим, короче, что... Ой, господи, это вот эти вот это... Ну, кстати, томление звучит все-таки лучше, чем рабовладение, как ни крути. Так что будем томить. Приручать, скажем так. Ну, по сути, да, в каком-то плане приручаем этих изгнанников. Кровь демона. Я знаю, что она мне потом нужна будет, кровь демона в большом количестве, так что пускай будет. Так. Здесь у меня бойцы. Здесь бывают, то есть, вот, вот там и вот здесь вот спавнятся бойцы и лучники. Ну вот. Поэтому по этим двум точкам побегать, и рано или поздно лучник будет какой-нибудь. Короче. Решил я отправиться за рабами. Но далеко. Вот сюда. Во-первых, нужно будет здесь сейчас глянуть. Здесь тоже кто-то вроде как тусовался. И вот сюда глянуть. Корабль или как он там называется, уже и не помню. Но, в общем, отправляемся туда. Для того, чтобы посмотреть там именных. Там должны быть именные. То есть, по идее. Ну, а там по пути уже будет видно, что как где. Вообще, мне бы носильщика или как там, там вот это вот, грузоподъемщика бы найти. У него, когда его томишь, у него появляется в инвентаре... А, школа, короче, не было. В общем, шмотка, которая увеличивает носимый вес. Очень удобная штука. Не знаю, сейчас есть такое или нет, но, в общем, тогда это была очень удобная штука. Заодно нужно будет проверить, есть такое или нет. Два факела нафига мне нужно.
Вот, давай скинем один сюда, пускай здесь валяется. Вес только лишний добавляет. Вот, как-то так, пока что такие планы. Сначала идем, плывем туда. Сейчас на эту гору забираемся. Ну, в общем, посмотрим, что, как, где вообще получится, не получится у меня лучника найти. Ну, либо именной боец хороший будет, тоже было бы неплохо. Но на этот раз у меня две дубины. Ну, вот, так что должно, по идее, помочь. Надеюсь. Вот она, деревушка. Лучник, конечно, второго левела, но куда ты мне? Хотя, если вспомнить того именного бойца, этот лучник по здоровью уже как минимум лучше, чем тот именной. Ну, опять-таки же, это недалеко от дома. Я их всегда могу и так приручить. Тем более здесь деревенька, да, здесь уже, да, через воду, но заморочек побольше, но, сами понимаете. Сюда дойти легче, чем до корабля. Так что сначала идем туда, смотрим, что да как там, а потом уже будем смотреть здесь. Что да как здесь. Логично, да? Логично, я думаю. Вот, еще один лучник, еще один боец. Ну, боец, конечно, плохого левла. Кто у нас здесь? Повар второго левла. Ну, ты смотри, они здесь побосявее, чем там. То есть это уже не начальная локация. У них даже у бойцов первого. Вот про кого я говорил. Носильщик. Вот, видите, у него этот. Вот его нужно. Будет обязательно. В общем, короче, здесь они уже второго левела, чуваки. И они. У них здоровечко-то побольше будет. Нежели это. Нежели там. Угу. Чуваку пришла трында. А я вас добью. Мне кожа нужна. Отличненько. Что у тебя есть? Монетки. Был когда-то поваром. Здесь деревня маленькая. Неплохо. Точно, здесь же пещера. Здесь пещера с пауками. Пауков бы мне бы мочкануть тоже не повредило. Ну, у меня там ачивка. Мне нужно замочить пауков. Ну, что-то по ходу дела я сейчас ни одного еще паука не замочил. Алло, дайте хотя бы одного-то замочить. А, или у меня сбросилась эта ачивка. Это-то тихо, ты что ж ты? Уф, прям так неплохо. Что за испытание? Ах ты твою мать, у меня уже скорпионы и так далее. Это было с прошлого дня, мочить пауков. Сейчас нужно собрать паутину. Ну, хитин мне в любом случае нужен. Так что тоже норм тема. Здесь, как видите, тоже уже деревенька. Такая очередная деревенька. Она, кстати, часто с этой пещерой воюет. Но, как я уже сказал, мне пока что сюда не надо. Конечно, да, лучше бы тяжелые доспехи сделать. У них все-таки брони было бы побольше. Но, блин, камон, это ж я. Хотя давай посмотрим, может здесь именные есть. А вдруг? Это что-то новенькое. Колдун. Интересно. Ну, таких я раньше точно не встречал. И это для меня это что-то новенькое. Хе-хе-хе-хе. Читерно, не спорю. Ну, а что поделаешь? Это уже интересно. Ну, в общем, именных здесь точно нету. За исключением, там вот какой-то чувак стоит около алтаря, непонятный. Вот, и все. И как бы все. Но огребаюсь я от них. Раньше было легче. Это я вам точно могу сказать. Раньше с этим оружием можно было делов делать куда поболее.
не показывает. А жаль. Ну-ка, давай посмотрим, ты кто такой. Колдун. Третий левел. Ну, кстати, смотрите, у них у всех, неважно какой левел, у них у всех... так. О, пача! В спину зашел. Гнида! У них у всех 270 здоровья. Воу-воу-воу-воу. Легче. Да хорош махать ты своим вот это вот копьем. Ты что, дурной? Так, колдун-то замочили. Вот. Только не дотянись. Отлично. Ух. Красава. 270 здоровья. Ну не козлы ли? Я привык к дрыщам. Пожалуйста, можно мне дрыщей? Да. А там сколько будет у этой пещеры? Нажмите Е, чтобы использовать. Ну, нажал Е, чтобы использовать. Что-то явно не то, да? Ну, а STFF тоже не канает, да? О, журнальчик. А книжечку могу заюзать? Нет? Не, бог с тобой. Так, ты у нас лучник второго левла. Ну-ка. Что, спрыгивать не хочешь, что ли? Вот ты скотина. Ах ты ж, ты меня отвлек своими многодвижениями. Это я уже расхотел идти на кораблик, честно. Они что-то жесткие все. Я не расхотел идти на кораблик. Я ж там сдохну. В прямом смысле слова. Если мне эти дают прикурить, то что ж я буду делать? Я прям даже в растерянности. Ага. Ага, ага, ага. И не чинится, да? А, это веревка у меня чинится, блин. Во! Че, я зря с них слитки металла лутал? О! Кожано-плечная сумка. Колдуну. Карта и сумка. А, сумка с этого на... Карта мертвого колдуна. Свиток. Страница с заклинаниями. Страница с неудачным заклинанием. Ох ты, интересно. Так. Изучен. Прикольно. Страница с заклинанием. Интересно. Ну, я, конечно, еще тот стрелок с снайпер. Так. Но одно радует, что эти колдуны всякие заклинания не используют, типа какое-нибудь что-нибудь ненужное мне. Вот это было бы вообще не в тему. У меня не хватило выносливости, чтобы уклониться. Я же хотел постелить подстилку, а? Почему не постелил подстилку? Ну, зато проверил, что кровать стоит говёна. Так, переместить предмет. Спрыгивай, имбецил. Ну тогда запрыгивай, имбецил. О, божечки, это мой.
Да туда, куда-нибудь встань, кусок блевоты. А-а-а! Бесит? Это ничего еще не сказать, когда вот он так застревает. Ну, это как бы... А что поделаешь? Это недоделка. Тут с этим уже ничего не сделаешь. Да, мне вот с этой стороны нужно. На самом деле, там сейчас лучник уже заспавнится и так далее. У-у-у, веселуха. Миссия вернуть лут называется. И по ходу дела, после этого я все-таки вот здесь где-нибудь попробую заспавнить лучника третьего левела, и пошло все в жопу. Ну, потому что что-то мне подсказывает, это будет намного легче. Вот это, если не ошибаюсь, типа босс. Здесь он всегда был раньше. Его замочить больших делов. Вот, очухались. Кстати, вот эти вот красные, они агрятся сами по себе. А эти не агрятся, зелененькие, вот такие вот. Ну, после того, как один сагрился, все сагрились уже, как говорится, но... Но на это уже пофигу. Ты уже бежишь назад, бежишь вперед и волосы назад. Тут как бы уже ничего с этим не поделаешь. Ты чё, серьезный что ли? Ой, ты дурной. Бежит за мной. Дурной. Ну, давай посмотрим, что у нас тут в деревеньке. Ах ты, собака. Лучник первого левела. Ну, понятное дело, первого левела мне точно не нужен. Учитывая, что здесь спавнится вполне нормальные левела. И это прям норма. Очень хорошо, что они вот так вот тупят, багуются и так далее. Мне это очень по душе. А, как минимум из-за того, что я меньше здоровья трачу. А, немножко добыл сухого дерева. Сухое дерево вроде бы нужно будет для тесаного дерева, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, изучил сушилку. О, добрый вечер. Ладно, потом покажу. Изучил сушилку. Изучил еще что-то. У этого аж два щита. Ну ты, конечно, перец. Повар. Угу. Так, вот к этим нужно будет заходить обязательно. К носильщику именно сзади. Тоже такая себе идея спрыгивать сюда. Здесь кода тусуется. Хотя... О, ты, господи, ты уже отбежал. Вот это было неждан. Тут не поспоришь. Я что-то не думал, что так быстро оббежите. Ладно, подождем спавна лучником вон там. Вот там я точно его нормально лутану. Броник второй. Зачем ты мне броник? Зачем ты бежишь за мной? А ну что, у меня кто-то еще до сих пор стреляет, что ли? Ну точно! Идите в жопу! Я-то думал, сейчас один на один выхожу, ага. Сейчас, а, разбежался-то один такой. Один на один, но... Вон мой домик. Пошли вы! Перевязочка! Вот и пошли в жопу. Уроды. Да, надо, конечно, из этого нету домика делать крепость красивую. А то, не дай бог, чистка придет, и все. И добрый вечер. Ну, сейчас кружу вокруг этого лучника, тот, который там был внизу. И думаю. Ну, хотя, если на то пошло, то даже второй левел это вполне неплохо. Тем более, что он будет приручаться легко. И оглушаться быстро, что самое главное. Воу! А что еще главнее? Я смогу, то есть пока туда-сюда сейчас буду бегать, здесь лучник заспавнится. Что тоже довольно-таки неплохо. Надеюсь, ты плавать умеешь? А, кого я спрашиваю? Он же спит.
Ну, кстати, вот и двери с другой стороны пригодились. А был как настоящий. Не, не помер. Красава. Открываем, закрываем. Залазей. Располагайся, как дома. Так, иду, я отсюда забрал. Ну, вот это вот и возьми. Отлично. Сейчас гоняем еще разочек. Только надо скинуть весь лут. То мне его что-то много. Так, ну здесь заспавнился лучник второго левела. Здесь был первого. Вот, если так навестись, то мы видим, что лучник второго левела. По тем непонятно, что когда где. Третьего бы левела заспавнился. Вот это было бы норм тема. Ну там понятно, что это точно не лучник. Ах, ты надо было ниже брать. Уу! Легче! Это будет явно весело. Я сказал, будет весело. У него кровотечение исчезло. Буквально 17 хп осталось, ему должен был один кровотек, так и он бы сдох, но... Но не судьба. Ну, в целом, у меня здесь подсилка лежит, так что... В этот раз я не тупой. Я... Сразу сделал то, что нужно было сделать. Тоже всякая фигня. Ну чё, попробуем заспавнить лучника... Не первого левела хотя бы. Опа, на выносливость. Тоже нормально стреляет. Ждем. Попытался я как-то наездить, но наездника, господи, носильщиком выловить, выманить и так далее. Ничего у меня не получилось. Потратил очень уйма времени. Аж лучник успел притомиться. Ну, давай нового. Притащил сюда лучника. Лучник второго левла тоже. Так. Разместить лучником. Ну, давай, господи, пока стой здесь. Пофигу вообще как-то. Что, когда, где у тебя? Будет. Древний лук. Интересно. Урон здоровья 15. Пробивание доспеха 8. А моего лука. Идет на место. А у моего лука... Ого! Урон здоровья 6. Пробивание доспеха 8. Вот тебе и приколюха. Плюс еще абордажная сабля. Надо будет им обязательно ставить котел для еды. Не знаю, какой у него радиус действия. Раньше это не работало, но я думаю, уже за столько лет его починили. Вот, так что я не думаю, что с этим будет какая-то проблема. Или где-то здесь. Вот, кстати, земледелие я сделал, грядки изучил. Ловушки до этого изучил, надо будет поставить их обязательно. Ой, это что у меня? Лучшинство кожевника. А-а-а. В общем, тоже нужно будет этим всем обязательно заняться. Так, я явно... А, вот, сушильня у меня еще из жернова. Нужно обязательно все это дело... Спутники, вот. Нет, не спутники, религия. Что-то я где-то явно упускаю. Но туплю же, конечно. Вот он, арабский горшок. А, нужно для него что? Слиток металла и ветка. Ветка, допустим, есть. Слиток металла вроде бы был где-то
понятно, куда я его положил. Вот, чувак там явно страдает, крутит колесо, осознает свои ошибки, что не нужно было в меня стрелять. Вот, отлично. Арабский горшок. Ну и сюда, понятное дело, надо складывать еду. Лучше что-то я забыл убрать. Вот это все. И у меня, короче, теперь. У меня теперь дофига кашица. Ну, пускай будет кашица. Кажется, так кажется. Из нее тоже там переделывается. Во что-то хорошее, вроде как. Так что с этим проблем не должно, думаю, быть. Кстати, вот этот чувак у меня самый долгий тут стоит. А, вот это не знаю, что это у него такое. Ну, я ему что-то сюда закидывал, поэтому не знаю, короче. В общем, не знаю, работает это говно, не работает. Пускай будет так. Расходники. Вот, пускай работает, подходит, хавает, и все в таком духе. Кстати, это ловушки теперь тоже с помощью этого же ставят, получается. Обалдеть. Вот на чем мне нужно было тесанное дерево. Вспомнил. Ну как вспомнил? Увидел и, соответственно, вспомнил. Верстак плотника. Я думаю, был же у меня верстак плотника. Просто я его тогда снес, когда переехал, и поэтому у меня сейчас нет верстака плотника. Но это не беда. Сейчас мы поставим верстачок плотника. Что там на R у нас? Плотническое дело. Угу. Да пофигу. Давай пока что сюда. Да хоть куда-нибудь впендюрься. Просто отлично. Я чё там, постройка километр на километр, что ты никуда не влазишь, что ли? Слышь, ублюдочный кусок говна. О, божечки. О, а так ты ставишься, да? Ой, тупой ты, отродье. Высоту, что ли? Улучшенный охотничий лук. Это я и так в нем делал. Вот, тесное дерево. Нужно будет обязательно сюда закидывать. И бабахать кучу тесаного дерева. Да уж. В общем, это все нужно изготавливать, это все нужно делать. Мне еще нужно будет там обязательно делать кирпичей. Не откладывать, а именно делать. А, тоже очень сильно много. Для этого нужны будут камни. Для этого нужно много добывать ресурсов. Для этого нужны улучшенные эти. И улучшенные инструменты, и все в таком духе. То есть все это нужно будет обязательно делать. Так, с командой следовать за вами, кстати. Следовать, отлично, теперь следовать за вами. Охранять, охраняй кукурузу. Так, с командой врагу атаковать. А, ну окей, следовать. Кстати, а тебе... О! На Е нажимаешь, он такой побежал такой. Так, с это у нас это. Это у нас это. Я уже забыл, на что там было. Ладно. Атаковать. Ладно, чувак, пойдем. Проверим. Раз, пошла такая пьянка. Давай проверим, что-то как. Где ты, мои ножки? Да, ночь, но пофигу, что поделаешь. Тем более, здесь у нас. Есть подопытные, на которых можно поэкспериментировать. И давай вот это вот. Так, я опять нажал на X. Так, давай вот тебя уберем отсюда. Такс. О, наивки я сделал, наивки. Лично. Давай, братан. Ой, да ладно, я помогу тебе. Ты явно не рассчитан на борьбу в рукопашку. Надеюсь, все-таки у тебя там ловкость хоть какая-то есть.
Обратите рабство ремесленника. Ну, это тоже мы сделаем. Это твое здоровье, это твой уровень. Вот только я так и не понял, стрелы тебе нужны в инвентаре или нет? Ага, стрелы тебе все-таки, по ходу дела, нужны. Ну, логично, ну, думаю, мало ли как, что где. Может, у них луки такие, что они бесконечные. Кто ж их знает? Кто ж знает эту игру? Теперь мы знаем эту игру, что все-таки стрелы ему нужны для атаки. Камешек. Жадоба. Так, погнали его туда. Так, следует. Это хорошо. У меня на всякие эфки сделаны бой. Если не ошибаюсь, да. Атаковать, двигаться, вернуться, остановиться. Вот. Как-то так. Угу. Чувак там бежит. Получает приказ атаковать. Что-то, короче, у чувака явно не получилось атаковать, потому что что-то пошло не так. Здесь какая-то тварь все планы с этого. Вообще, они должны были на меня напасть, и ему, типа, там, он там стреляет, я, типа, танчу. Ну, опыт получил, и на том уже хорошо. Кстати, а вот интересно, он просто так опыт был получать от того, что я, допустим, буду мобов бить. Ну, кстати, вот, давай. Проверим. Пиу, пацральник. Сколько урона? Нифига урона. Еее, да ты просто мастер стрельбы. Все, давай. Тормози. Ой, просто мастер стрельбы. Попал от толку от этого примерно пшик. Да. И такое бывает. Ну, кстати, еще выбил вот такую вот шляпу. Я не знаю, зачем она. Но пока пускай здесь стоит. Ну, выбил и выбил. Че, пускай будет. В общем, это портативная палатка, если в тебя, так сказать, настигнет беда в пути, скажем так. Да, лук, конечно, у тебя хороший, но толку тебе от него как-то не очень топ. Ладно, бог с ним. С этим всем потом разберемся, что когда где. Тем более лучники мне нужны как таковое, чтобы стояли на базе, на крыше, то есть на башнях, и атаковали кого нужно. Правильно, нужно экипировать их, одевать и все в таком духе. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.